ходили записываться в школу. Мы записались в школу. Какую ты хочешь в школу? Давай. Такая красивая школа у нас в городе есть, да? Да. Ходили записываться, нас записали удачно в первый класс. Еще, правда, рано. Мы, наверное, были первыми, но ничего, лучше раньше. Зато есть свободное место, да? Да. Ну что, сегодня пойдем к бабушке с дедушкой в гости? Да. Хорошо. Красивый. Да, там у них сестричка у тебя, Кариночка. Да. Будешь с ней играть. Красивая елочка. Росечка, а чем ты это здесь занимаешься? Я кормлю Карининого ребеночка. А кто такая Карина? Карина — это моя сестричка. Двоюродная? Да. Да, мы пришли в гости к бабушке с дедушкой. Привет. Скажи привет. Скажи. Скажи привет. Не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Как этого Карининого ребеночка зовут? Даня. А, ты Данечку кормишь, да? Ага, прям самолетиком, да? Да. Тебе так нравится? Веселее было. Ага, понятно. А, где ваш Данечка? Где ваш Данечка? Вот наш. О, а где ваша любимая игрушка, такая интересная, которая на руку одевается? Корова мычащая. Где-то есть такая красивая игрушка. Да нет, Оксана уже приносила где-то ее. Здесь она где-то. Вон Рося запрятала ее. Где ты ее дела? А ну поищи. Куда ты ее дела? Помнишь? А ну-ка поищи ее. Ищи. О, а что это у вас там? Корова. А ну-ка покажи корову. Ой, какая классная она корова. Такая мягенькая. Да? Да. Покажи, как ты управляешь этой коровой. Ой, какой рот. А он закрывается? Да. А ну-ка. Не той рукой, там что рука там. А, вот. Ой, классная. Красивая, да? Красивая? Покажи, как Данечку нужно качать спать, Финалечка. Покажи. Как ты Данечку? Как ты Даню нянчишь? Покажешь? Эй, тебя не качать. Ну, а что это такое за зверь? Это панда. Да, большая и красивая? Да. Тебе она нравится? Да. Каринка, ты любишь пандочку свою? Карина, любишь или нет? Почему? Она очень большая для тебя, да? Для Тото. Для Тото она большая. Она понятно. Хотела сказать. Да? Да? Да. Улыбайся теперь. Такая пандочка. Вот так она сидит, эта пандочка. Так ты, да? Ты не снимаешь. Вот так она сидит. А если она будет стоять, она будет под наклоном вот так стоять. Как вроде бы будет что-то так говорить. Падает. Ой, она как живая у тебя. Покажи, как корова делает. Покажи. Мяу. Да, ну покажи. Ой. Ого. Получается, ну ты научилась делать тогда, Кариночка, научилась? Интересно. Вот сейчас. Нет. Что, не получается что-то? Ой, получилось. А родником двигает корова у тебя? Ага, вот так, понятно. Нема. Нема? Кого нема? Нема. Ой, у тебя получается тоже. Ну да. Не очень сильно получается. Очень. Понятно, не получалось, ты ей показала, я не умею это уже делать, да? Во что вы здесь играете? В кухню. Ага, вы кушать готовите, да? Да? Ой, а что это у тебя такое? Кариночка, что там у тебя такое? Расскажи. Мама, молочко, да? Дашь тете попить? А то дай тете попьет. Можно? Нет. А почему? Ты еще не изготовила? Нет, она еще не изготовила. Мне надо просто... Я демонтирую газ. Ага, поломался газ. Да, и мне надо там капельку. Ну, сколько сюда вместится, в эту ложку, только мне сюда надо налить. Понятно. Ну, ложку принести, а больше, чем надо. Мама. О, сделала уже, да? Да. Готовилась? Можно попить? Да. Ой, спасибо.
Ну что, газ уже сремонтировала? Да. Что вкусненького будешь готовить кушать? Ну, рис. А что это риса? Ну, рис, но это риса буду делать яйцо с мясом. Понятно. Коробка это кастрюля. Такая большая. Ого. Опа, мама, все кастрюли. А где все кастрюльки? Папа, кастрюльки мама, где-то были. Кастрюльки куда-то потеряли. Кариночка, ты только маму готовишь? Молоко? А что ты еще умеешь готовить? Я куда поняла. Выливайте там, умываться, да? Потеряли уже, тут кран был, и они потеряли. Понятно. Когда вот так капли. Да, а что это у вас тут такое, это Карина? Рюкзак, вот это? Да, рюкзачок да, такой, рюкзачок. А что там нарисовано? Эльза и Анна. Да, красивый такой а рюкзачок. Вот это он затягивается, да? Ага, да. Тут две такие штучки. Можно так на плечи носить. А ну покажи один, как их можно носить. А ну-ка, давай затянем, посмотрим. Вот как он получается, интересно. Стой. Ага, так он такой модный, как сумочка на плечах. Можно в школу будет спортивный костюм носить, да? Да. Классный? Да. Привет. Привет. Не снимай его. Конечно, снимай. Во что вы играли? В догонялок? Да. А ну-ка покажите, как вы в догонялок играете. Вот так, быстро, быстро, быстро. Догонялок, догонялок. Догонялок, догонялок. Догонялки, это хорошо. Ой, а Мишка там при чем там? А ты куда? Карина уже не может бегать, ее загоняла. Ты Каринку загоняла, Роксолана. Загоняла Каринку. Загоняла, загоняла. Аккуратно, аккуратно. Каринка. Ну все, будем скоро идти домой. Да. Ставь лайки, подписывайся на канал. Алана Роксолана, всем пока.